Вы смотрите видео об отеле The Westin Dragonara Resort. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель The Westin Dragonara Resort расположен в стране Мальта в регионе Сент-Джулианс и относится к классу гостиниц с числом звезд 5. Адрес отеля: Dragonara Road Street, Джулианс, Сити 3143, Мальта. Уютный отель с селом, обширной территорией и развитой инфраструктурой. Хорошие условия размещения, спа-центр, собственная школа дайвинга. Для нескучного пляжного отдыха. На территории отеля имеется 2 частично песчаных частных пляжа, один открыт с мая по октябрь, другой, в зависимости от погоды, 2 открытых бассейна, один с морской водой с мая по октябрь, другой с пресной водой, функционирует круглый год. Солнечные террасы, крытый обогреваемый пресноводный бассейн, школа аквалангистов за дополнительную плату, 3 ресторана, 3 бара, оборудование для водных видов спорта за дополнительную плату, развлекательные программы по выходным дням, центр красоты и здоровья, массаж и косметические услуги за дополнительную плату, сауна, тренажерный зал, салон красоты, теннисный корт и многофункциональная площадка, детский клуб, площадка для игр 900, 17 часов ровно, бизнес-центр и конференц-зал, доступ в интернет, парковка для автомобилей, бесплатный вход в казино, торговый центр. В номерах есть 340 номеров и свитс. В номерах: ванная комната, халаты, фен, кондиционер, кабельная, ТВ, телефон, утюг и гладильная доска, электронный сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе. Все номера оборудованы балконом с видом на море. Имеются номера для некурящих. В вашем распоряжении также за дополнительную плату улучшенные номера. Номера полулюкс и люкс с джакузи, которые составляют экзекутив клаб с собственной гостиной и небольшим рестораном для завтраков. А также новые односпальные апартаменты Luxury Suite с видом на море, где могут разместиться до 4 человек. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть регулярные развлекательные программы, фитнес-центр, сауна, турецкая баня, джакузи, массажный кабинет, 2 теннисных корта, водные виды спорта на пляже, школа подводного плавания, 2 собственных пляжа Лида, один из них через дорогу с открытым бассейном и бассейном для детей. Для детей есть детский клуб, площадка для игр за дополнительную плату, частный пляж. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.